Обзор Touch Trades. Доброго времени суток. На подходе обзор Touch Trades. Компания, которая предлагает услуги финансовые по торговле на рынке Форекс. Широкий спектр инструментов, с которыми можно работать и на которых можно зарабатывать. Собственно, делается это на торговой площадке MetaTrader 4. Доступен онлайн веб-терминал. Возможно также скачивание этой платформы в свой компьютер. Для пополнения депозита и снятия средств есть всего-навсего две возможности. Это кредитные и дебетные карты, MasterCard и Visa. По торговым счетам скажу, что есть возможность открытия демонстрационки, которая поможет набить руку. А по реальным счетам предлагаются три варианта – мини, стандарт и VIP. Минимальный вклад в случае мини-аккаунта – 200 американских долларов. Спреды у нас фиксированы от двух пунктов. Среди инструментов торговли Forex Index – сырье и контракты на разницу цен. Максимальное кредитное плечо до 400. Минимальный размер трейдинга 0,01 лота. Снятие средств в рабочие дни занимает от 3 до 5 дней. Тип счет стандарт потребует 2500 американских долларов в качестве минимального взноса. Здесь у нас фиксированы спреды от одного пункта. И предлагаются также в качестве альтернативы плавающие от 0,5 пункта. Форекс индексы, сырье, контракты на разницу цен, кредитное плечо до 400. 0,1 лота – это минимальный трейдинговый размер. На вывод средств потребуется то же самое время. Алготрейдинг есть, аккаунт ECN, бесплатный банковский перевод и экспертные советники. VIP-счет потребует 10 тысяч американских долларов в качестве минимального взноса. Здесь у нас спреды либо фиксированы от 0,7 пункта, либо плавающие от 0,5 пункта. Скидки трейдерам предлагаются по первому требованию. В качестве инструментов у нас все то же самое. Пятый знак везде, кстати, присутствует. Алготрейдинг, бесплатные банковские переводы, аккаунт ECN и экспертные советчики. Снятие средств в рабочие дни занимает от 3 до 5 дней. Раздел наиболее часто задаваемых вопросов есть на сайте. Вы можете почитать его, чтобы почерпнуть что-то, возможно, в контактной информации. У нас есть форма для отправки сообщения, номер телефона, а также адрес электронной почты службы поддержки. Сайт работает на русском, английском, итальянском, польском, испанском. Пожалуй, это все о TouchTrades. До следующих сессий.